Здравствуйте, мои дорогие гости канала, мои дорогие подписчики. Сегодня я срежу свой кабачок и сделаю из него завтрак. Это мой первый кабачок. Итак, прошел месяц, и я срезаю свой первый кабачок. Ура! Как раз такой кабачок мне потребуется для завтрака. Шкурка у нас здесь зеленая. Мы только сорвали тоненькую. Ну вот, мы нарезали кабачок. Срезаем из кабачков вот такие кружочки. Серединку мы вырезаем. И это нам нужно будет. И так вот мы поступим с каждым кабачком, с каждым ломтиком. Вот у нас получились такие порции кабачков с вырезанной серединкой дольки. И теперь мы будем сначала на сковородке их обжаривать с одной стороны, потом перевернем и в серединку мы поместим, расколем каждое перепелиное яичко и поместим в серединку. И уже поджарим вместе с этим. Получилось у меня даже очень много, можно сказать, почти на две порции. Пойдемте жарить. Вот наши кабачки жарятся с одной стороны сковородки, уже шипят. И сейчас мы их будем переворачивать на другую сторону. Вот наши кабачки поджариваются. А мы пока приготовим зелень, мелко нарубим ее. И у нас будут кабачки с лучком и зеленью. Я вас приглашаю к завтраку. Ну вот, наше блюдо готово. У нас получилось даже две порции. Это вполне достаточно. Мы посыпаем зеленью со своего огорода. И вот эта порция будет для вас. Приятного аппетита!